Всем привет! Привет с рабочего места. На повестке дня Суперкубок. Суперкубок России. «Зенит» против ЦСКА 15 числа в 17:00. Так, не обращайте внимания опять-таки на мой внешний вид. Я на рабочем месте. «Зенит» ЦСКА. Матч пройдет в Казани. На «Зенит» дают 1.91, на победу на ЦСКА дают 3.96 на победу. Ну, как вы думаете, кто? «Зенит» или ЦСКА? Кто станет обладателем Суперкубка? Пишите в комментариях. В последних двух очных встречах между собой команды обменялись победами. ЦСКА победил 1-0 и «Зенит» победил 2-1 соответственно. Что ждать от этого матча? Ну, конечно, в первую очередь, очень интересной игры. Игра должна быть грубоватой. Суперкубок на кону. Мыслишечек будет у меня две на этот матч. Первое. Угловые больше 8,5 в матче за 1.54. Второе. Желтые карточки больше 4,5 в матче за коэффициент 1.54. Можно даже, думаю, взять желтые карточки больше 5 за 1.78. Вот такие вот, друзья, у меня мыслишечки. Свои мысли пишите в комментах. Пока.